Грюси, в лесенку не хочешь играть? Если выиграешь, 2 сотки заплатим. Давайте с этой стороны еще. Сейчас. Давайте. Всем здорово, с вами Арат, Айдар. Прошла ровно неделя, а это значит, что это новое очередное видео. Как мы обещали, новое видео выйдет на Северном Кавказе, в городе Кисловодск. И вот оно, в этом видео вы увидите турнички, дежавю, телепорт. В общем, все как вы любите. Я надеюсь, что оно вам понравится, и поставите жирный лайк, напишите свой комментарий, влепите колокольчик. Ну, в принципе, все. Я думаю, вы готовы. Поехали. Грюси, в лесенку не хочешь играть? Если выиграешь, 2 сотки заплатим. А если проиграю? Если проиграешь, ничего не будет. Не хочу играть. Так, я сейчас пока сижу. Пацаны стоят там, вылавливают людей и предлагают им 200 рублей, чтобы зарубиться в лесенку. Я, если что, буду прятаться вот здесь, вот в этих кустах, вот в этом углу, скорее всего. Ну, посмотрим, что из этого получится. Опа, вроде кого-то нашли. Сейчас мне нужно развернуться, чтобы меня не спалили. Подтягивание. Да, спортивный канал на YouTube снимаем. Не хочешь? Ну, до скольки там надо дойти, ну, хотя бы? Ну, сколько хочешь, не знаю. Просто, до сколько, Вот если он раньше сдастся, ты... Да. Ты ничего не теряешь. Ну, до скольки ты доходишь? Ну, до 15 где-то так, может. 12-15, так. Ну, ты ничего не теряешь, как бы. Там жесткие условия? Нет, вообще. Ты же знаешь лесенку, как играть, нет? Обычно подтягиваться будем? Да, подтягиваться. Че, с одного-то начинаем? Я здоровый. О, ну всего. Так, вот они уже нашли там человека. Я стою вот здесь вот за деревом. Так, нужно потише быть, чтобы меня не заметили. Здравствуйте, не могли бы сфоткать, пожалуйста? Да, Лиха. Вот здесь я буду стоять. Стоять будете? Да. Смотрите, не присядьте. Боже, чистись. Оближе. Да нет, лучше вон там. Это ничего. Ну я там приближу. Видно. Да. Ну, давайте с этой стороны еще. Сюда. Сейчас. Идите вот вам. Сюда. Подсказываю. Молодой человек, как зовут? А куда вы спрятались? От клумбы. Давайте. О! Вот сюда. От клумбы. А, здесь? Вот здесь лучше? Да, вам сейчас подскажу. Где клумба? Вот мы сделаем первую подмену. Я сижу очень рядом, близко с ним прям. Надеюсь, не спалит. Думаю, будет нормально. Так, 6, да? Да, 6. Ну да, может. Ну я там приближу, если что. Сейчас с этой стороны могу, да. Можно так-то, да. Господи, откуда туда? Вот, да? Можно, да. Ага, сейчас. Ой, ё-моё, подожди, я вот перепутал. Чуть тяжело-то? Делаем. Так, хватит людей. Сколько раз сделал? 7. Там видишь, просто в майк серьезно. Помогает, типа? Да. 7, да? Ага. Блин, нечего. Так, ты что, сколько? 4 сделал. И то так уже. Здравствуйте. Можете сфоткать, пожалуйста, вот здесь? Вас? Да. Вот, где-нибудь вот здесь. Так. Угу. Можно так, да? Сейчас с этой стороны можно. Простите. Так, там нормально получается? Господи.
Да, давайте вот с этой стороны тогда еще. Ничего нас так пугай. Все, спасибо большое. Подождите, у чего подвох? Какой? Что, подвох? Вы как туда промелькнули? Куда? Простите. Не, ладно. Он зашел за тую, ага, и вышел с другой стороны. Да, вам показалось, я думаю. Нет. Да, вдвоем мы что, вдвоем? Нет, двое, по двое сама не сходят. Ну, показалось, наверное. Да. Так, а я сколько должен? Он сделал 7, я 7 не смог. Давай тогда сделай сейчас 8. Не нормально еще. Я вон автоволос просто. Ну, давай сколько сможешь. Приблизишь? Да не обязательно, я сам приближу потом. А, ну ладно. А то мы умеем. Угу. По-другому. А давайте лучше около той клумбы. Сейчас. Да, вот здесь можно приблизить, попробовать. Вот, здесь вот уже нормально. Так, ножки. Так, это ты. Так, давайте я там попробую около той клумбы также встать. Что тебе? Ебать, у меня двоится. Хоть оделись по-разному, ёпки. Зачем? Не знаю. Мы разменялись. Кто-то думал, что-то тяжело мне. Какой-нибудь подвох, подвох не измечал? На это видео. А у тебя какая реакция была? Ты что мне не подсказал, а то я вот это потею. Ты подмигивал, не понял. Меняли сейчас. Да. Спасибо, что смотрели это видео до конца. И надеюсь, оно вам понравилось. И вы влепите из него жирный лайк. А также не забывайте про комментарий и колокольчик. Ну а следующее видео выйдет, как обычно, в воскресенье. Надеюсь, вы будете ждать. Ну а с вами были, как обычно, Айдар, Айрат. Пока. Yeah. Okay, sometimes shit don't work.